Трагедия на гонках. Чемпионат Украины по мини-ралли Кубок Лиманов закончился смертельной аварией. В поселке Зайчевское под Николаевом в воскресенье гоночный автомобиль насмерть сбил 30-летнего одессита. Как сообщает информационное агентство «Преступности нет», мужчина перебегал трассу во время заезда. По словам свидетелей, погибший находился в состоянии алкогольного опьянения. Как раз снял. И отмечу, правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.